Я пришел с работы и решил посмотреть, что интересного выпустили каналы, на которые я подписан. Всем привет, ребята. Но лучше бы я не смотрел и не делал этого. Меня заинтересовало одно видео, называется «Гугли на свой страх и риск 10 запросов в Гугле, которые не надо». Что там не надо? Которые надо запретить шок. Я его посмотрел. Зачем я это сделал? Зачем я его посмотрел? Я был голоден, ребят. И, видимо, это большой-большой плюс, что в моем желудке было пусто. Потому что если бы я посмотрел это видео на полный желудок, меня бы стошнило, я бы побежал на балкон блевать. Мой ужин оказался бы за бортом, вне моего организма. Жесткое видео. Лучше бы я не знал этих фактов, о которых рассказывает Ликей с канала Дай Five Top. Вообще жуть такая, блин. Понапридумывают же всяких маньяков, болезней, дебилов и всего остального. Вот, пожалуйста, первый комментарий. Ваня всегда прав. Приятного аппетита. Да, Ваня, спасибо тебе. Ты вовремя заметил, ты правильно написал. А если бы я кушал? Я, кстати, яичницу уже приготовил. Она стоит, остывает. А если бы я кушал в этот момент и посмотрел это видео Ликея, я бы тут же струганул, прям в сковородку, понимаете? Мой совет такой. Если все-таки захотите посмотреть данное видео, которое будет в описании к этому ролику, то обязательно делайте это на пустой желудок. Я все сказал. Всем пока.